Для создания макияжа я использую кисточку Sigma M80 и тональный крем от Maybelline Affinity Matte. Очень он мне нравится. Возникло очень много вопросов по нему почему-то в Инстаграме. Реально дешевый, неплохой тональный крем. Главное, подберите себе хороший оттенок. Я, например, сейчас более загорела, использую другой. В качестве румян и бронзера я использую свою новиночку от NYX. Я прям дико долго за ней охотилась. У меня она в оттенке 02. Офигенный бронзер, потому что он именно не рыжий, а именно вот такой вот немножечко грязновато-коричнево-телесный супер цвет. Румяна ярко-ярко-розовые, я бы даже сказала, немножечко чересчур можно с этими румянами испортить себе дело. Брови вообще все как обычно. Единственное, что сейчас я влюбилась просто в палеточку от Oriflame. Супер, кисть у меня Valerie D, номер не помню, ну такая плотненько сбитая кисточка. Этими тенями я прорисовываю все, что нужно от рисовать, в общем-то, ну, брови, девчонки, вы сами знаете, что это такое. Рисуешь, арка, подъем, изгиб, все просто. Ну и дальше закрепляете каким-нибудь там своим любимым гелем для бровей. Вот это средство просто бомба, девчонки, это моя новинка от NYX, это база под тени. Супер! Стоит копейки, работает практически так же, как MAC Paint Pot. Очень-очень-очень вам ее рекомендую. Ну, это, конечно, тоже моя новая любовь, новиночка. Я, честно, не ожидала, что тени NYX такого хорошего качества, такой хорошей пигментации. Не пробовала я их наносить без базы, наношу вместе с базой, но моя вот эта палеточка Love and Paris, это прям просто мои самые-самые-самые любимые оттенки, все розовые, все теплые, где-то есть блесточки, где-то матовые, растушевочный бежевый цвет вообще замечательный, просто я фанатею от этой палетки, очень она женственная, там еще очень много таких палеток, они как бы ориентированы там по городам, по странам, да, вот есть Париж, по-моему, еще какие-то есть такие очень интересные. Я просто не помню, я до сих пор под впечатлением от посещения магазина NYX. Там можно просто умереть, и я не знаю, как там дальше быть. Тушь у меня сегодня тоже от NYX, потому что я нахожусь на этапе тестирования. Очень меня удивило. Тушь называется Doll Eye. Супер. Она немножечко суховатая, да, то есть мне кажется, ее ненадолго хватит. Но зато она с первого раза делает просто офигенные ресницы. Ну, на низ я тоже сегодня нанесла, хотя на низ я обычно люблю использовать тушь от Maybelline, их Big Eyes. Вот такие получаются суперские ресницы. И то я еще красила так не очень удобно, потому что красилась в камеру, я не очень это люблю, люблю краситься сама по себе. Ну и, конечно же, гвоздь программы — это матовая помада от NYX. В этой весной, этим летом в тренде именно яркие матовые помады с матовым таким вот именно сухим финишем. Большая опасность данных помад в том, что они могут быть очень сухими, но это не помада от NYX. Она реально очень-очень жирная, такая прям кремовая, плотная. Держится очень долго, держится практически целый день. Я считаю это здорово, обожаю эту помадку. Она прям поселилась в моей косметичке, я думаю, на все лето, на всю весну. Спасибо вам, Вероника ваша. Пока-пока!